Привет всем. Спасибо за то, что пришли сюда сегодня. Знаете, я люблю пресс-конференции. И попытаюсь ответить на ваши вопросы. У меня есть один вопрос. Да. Мисс Твигги, почему у такой красивой девушки, как вы, только один нос? Но это ведь вполне естественно. Я так и думал. Твигги, у меня серьезный вопрос. Кого из людей ты больше всего любишь? Да, и какие места? Да, это было бы интересно. For places and things I still